велосипед мой. Теперь насос купил, велосипед, замок купил, чтоб не украли. Сейчас кругом варьяна их дофига, только и крадут. Правда, велосипед сейчас как это нагрузка, будто на плечика какая-то легла. Потому что все мысли тебя думают, лишь бы его не украли этот велосипед. Кругом, потому что варьё ворует, и вот это как бы... Вроде и радостно на душе, а все равно вот завелось как-то, боишься, вот куда его не поставь, везде могут украсть и так далее и тому подобное. Сейчас кругом это воровство, и все воруют. Да. Вот, а так все, вот, велосипед теперь, как это, ну, мой хлеб будет. Буду добывать себе пищу на нем, все что угодно. Ну и денежка чуть побольше будет идти уже на нем, потому что я быстро все буду объезжать, все мульди, с утра пораньше. Короче, лето у меня будет работа. Но уже всего валяется дофига, люди все теряют, бросают. А вот я, Колька, буду их собирать все это и в денежку превращать. Вот и все. Может, потом со временем на мотоцикл накоплю и будем на мотоцикле уже ездить. Вот какой-нибудь такой есть дешевый мотоцикл тоже. Вот теперь будем... какая-то цель, ну, мотоцикл уже возьму, вот, и на мотоцикле уже буду ездить. Потихонечку, не спеша, тише едешь, дальше будешь. Вот таким макаром я и буду жить в этом мире.